дядя Максим Николаевич Мазин. Я профессиональный футболист. Этот дебил тупой керамик. Я покажу вам все, ребята. Ну, почти получилось. Смотрите, прощайте. Ладно, смотрите. Мы бежим. Тут немного скользко, но нападения такого не будет, только если дождик. Вот понятно, да? Смотрите, вот этот тупой защитник. Вот отбегаю. Я вам обещаю. Я просто...